картинке помечена иголка. Вот. Вот ты только что сама догадалась, за что его пытали. Либо выиграл не по чину, либо запалился, а может быть, проиграл. Отдавать нечего. Дешевый краб. Раньше за такое взяли львы, потом били канделябра, а теперь им стали вешать. Вот это называется прогресс. Студия, это не только неприятные ощущения, но еще и эмоции. Распирание и боль приносят дискомфорт и чувство неуверенности. Привстудия, попробуйте эспумизан. Эспумизан содержит 7 этикон, который залопывает пузырьки газа, не всасывается и полностью выводится из организма. Когда живот растут от газов, эспумизан примите сразу. В следующей серии своих. Мне этот житель снова вышел на голову.